Как стало известно, Света Малькова в выходные решила отдохнуть от жизни в столице и отправилась сначала в горы, а после на море. Семья посетила город Пиран, который располагается на берегу Адриатического моря. Погода была прекрасная, температура составляла 15 градусов по Цельсию. Малькова в своем инстаграме разместила снимок вместе со своим сыном Акимом, который подписала так: «Закат на берегу моря – это поистине завораживающее зрелище. В каждом закате есть немного грусти, немного надежды и немного мечты», – написала многодетная мама в своем инстаграме.